Творите добро, и оно, как бумеранг, вернется назад, чтобы подарить надежду и веру в то, что жизнь бесконечна. Как можно отнять жизнь? Как можно выключить свет? Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет. Нет, 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 нет. Человеку знать не дано, сколько времени будет он жить, но дано. Как ему с этим временем быть? Жить. 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 Дорогие друзья, сегодня вы все получили по маленькому цветочку и, наверное, задались вопросом, зачем? Для чего этот бумажный цветик? Мы спешим вам сказать, что это не простой цветок из бумаги. В добрых руках этот семицветик может превратиться в волшебный, как в сказке. Отрывая по лепестку, вы загадаете желание. И если эти желания будут касаться не только вас самих, но и тех, кому нужна простая человеческая помощь, то и ваши желания обязательно исполнятся. Творите добро и будьте счастливы! Как можно простить врагу? Не перейти черту. Как слезы сдержать в груди и видеть рассвет впереди? Надеяться и верить, прошлый день уже не вернуть. В этом будущей жизни еще жить, жить, жить.
сумел я подняться. Я помню, как все кричали мимо, учеба, работа невыносимая. Единственный сын, единственный шанс, злому гулу, это мой стиль. У моей истории все по-другому. Вылетел с курса, не одобрил или дома. Тогда мне сказал один из знакомых, что самый богатый в стране из детдома. Я слышал диагноз, я был там больниц, смотрел в глаза, смотрел прям в лицо. Уныние ноль, желание жить не парочку лет, а минимум 30. Минимум 30, минимум 100. Никаких весов, никаких ног. У меня якорем тянет на дно. Пора все менять, все решено. И сделал себя, чем ты хуже. Ты можешь так, но чем ты хуже. Хватайся за шанс своими руками. Меняй свою жизнь вместе с нами. Дорогие друзья, наша концертная программа завершена. Мы благодарим вас за внимание. До свидания. До новых встреч!